Если бы такого тебе не сдохли. Ну, то как он сдохнет, там будет 40 тебе. 50. Мне кажется, ты перегибаешь. Седдер сейчас сдохнет от лезвий просто. То все равно там три топурика. Три топурика гиньи. А да, три топурика. А рыбу можно, блядь? Ты четвертый джерин, если чё. В смысле, а джерин ты сможешь дать больше, чем Рокхрим? Будет шторм и это, ну, отец врец. Мой шторм не дамажит, спорим, мой шторм будет самым низу. Спорим, я буду первым просто. А что мне бафать? Первым ты точно не будешь. Спорим, слышь, чё? Ой, зачем ты меня суманул, я ж не этим иду. А, случайно принял. Поставьте рыбу, сука. Я не поставлю. Олег, это же два льда, ты шо? Им. Могу не бафать. Так, держи Рела. Бафай. Кулаки. Ну, Сангвини, что бафа? Спросил у него и бафы противоположные. Он каски бафы. Он жрец, вот это вот слепнот это. Спрашивал, кто уже точно. Тот шпион. Вроде всеми персами зашел. Ну, по крайней мере, многими. Вы там начинайте, я зайду на шамана пока. Форум что не хватает. Набери огонь, набери огонь. Че, у нас БТК нет? Палитра не выжил. Спасибо. Да это, не знаю, кто спорил, я свернулся. Да там все просчитано, че. Ну, сказали пульт. Начинай. Пихните на сумму. Так, ну и что там изменилось за 3 недели? Какие-то гильдии развалились? Нет. Нет. Ладно. Пол-литра основу, Робус первую купил, Иксай вторую. Начинайте. Сейчас я иду. Бегу, бежу. А чё эти, как их там назывались? Дэмэджи. Не распались, что ли? Да там вроде распались. Сейчас херов знает, вроде султан опять их собирает. Понятно. Вот, правильно. Пришел. Заберешь второго, я заберу.
еще посмотрим. Все, он на меня. Не, срезки только нет. Заберите. Блять, там где-то третий. Смотрите, там перед рожей не стойте. Ну так выросли, как будто после мази Войда, блядь. Потом отпал, блядь. Здесь произошли страшные события. Приснить воров. Ладно, хуй сам. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели. Бля, протопал здесь 410 вообще такой какой-то не протопал. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага... Кстати, паладины не знают, что берут эти вот символы, которые на вероятность срабатывания талантов повышаются на 6%. Блин, я не знаю, их ребут как мама дорогая. На 8%. Но это бисовый символ. Так это зачем он? Бесполезный мусор. Ну вот у нас сегодня на Сендре был бесполезный мусор. Нет. Нет, это, ну, на самом деле у Пала там нету символа. Какой там символ дохлый? Я буду делать только одно. Кроме как вот этого меткости. Не знаю, ну, я что беру. Штук 20 уже берут, если больше. Нет, дайте, да? Каску по пристану. Я вкачаю. Экстраза выбрала достойных. Я помню все символы, которые нужны для ПВЕ-ски. Седера, что ты бафаешь, Кирилл? Ничего, у всех все бафнуто. Каски ты бафаешь, Кирилл. Каски бафаешь. Ты бафаешь каски. Все хорошо. Кирилл, мы же тебе сказали, ты бафаешь каски. На тот момент, когда... сказал, бафаешь каски. Бафа, каски у всех не сели. Ну, перебафаешь. Потому что их я бафнул, я же знаю, что ты немножко тормозишь. Ты же видишь, прота нет ни у кого. Мне все сейчас ебал. Блин, вы знаете, что неделю назад было 50-я РС-ка собранная за 3 месяца? 9-я. 50-я. 49 раз было собрано 2 недели назад. 50, ты так сказал, как будто надо Маслякова звать, чтобы он делал это событие. 50-я, 51-я, 52-я, а это 58-я уже. Крайне что-то не падает. Быстро. На прошлой неделе было собрано меньше всего РС за полгода. Или за год, наверное. Да, на прошлое было собрано 9. Больше за всю историю этого проекта. На одном канале. 8 было собрано. 9, я потом 9 еще рыгал. Нет, это было 8. Мы убили 9 раз. Да, 9. Паладин распределили? Да. 2 недели где-то назад. Нет, как раз я вел отчет 3 в пятницу, 3 в субботу. В воскресенье ничего не собирали, потом. Стоп. 7-я восьмая. 9 было, Олег. 7-я восьмая. Потом срок запался. Подожди. А дома нам уже получается. Как может быть 9-й РС? Вот так вот он записывает, пока мы там РС убили за все время. Там же. 9 было. 9 было, и потом еще ж просили 10-ю собрать. 2 часа ночи. Ну это уже. Не, у меня записано 8 РС.
8 раз записано. Кральчик, Пим, есть африк кого-то из вас? У меня есть африк. Давай спекись. Олег, Олег, тут чё? Потом как? Надо просто напуливать мелкий на протопала, да? Массовым. Блин, я точно не скажу Джерему спаси. Короче, вы не правы, было 8 раз на КД. 9. Да 8. Держу скринов. Да ты нашел. Так, ладно. Через месяц. Давайте. Первая пати тьма, все остальные свет. Тьму танчит руку с пол-литра, третью фазу свет. Иксайт мед трэш. Хант. Знаешь, что делать, да? С марки. Ну да, напуливать мелкие на протопала, да? Да. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать больших. Тимур хилят Андрекс и Экстрим, свет хилят Барви и Джериан. Даня, Даня, протопал это их чики, да? Иксайт, да. Вторая пати всегда на свои станки. Экс-чита, блядь. Сука, экс-чита. На второй фазе зальете ману Анриксу, на третьей фазе заливаете ману Барвели. Адромалик, заливаешь ману Анриксу, на второй фазе, как только зайдем во тьму, заливаешь коров, ближе к выходу зальешь ману. Да, Саня, Тхорн, ты и Свет. На ХП только кричи, чтобы на третьей фазе на танке было по-любому крик на ХП. Чек на готовность. А, и... Жрец, выходи, спылишь третью фазу свет. Коров, поди спылишь третью фазу свет. Ну, в основном, когда они пишут нет, и там в заметке 6.4, это, короче, это пиздец, ну честно. Если они не умеют играть, зачем они в гильдии? Что значит, он не подиспелит свет? Он что, вообще тупой? Ну ладно, я подиспелю. А чё нет? У нас полгильдии тупых, Дима. Может, я тоже чуть-чуть. Просто ШП 6.4, блин, ну это просто. Ну что поделать? Подарите мне ШП, подарите мне ШП. Что когда... Что когда как-то в раз было, что я был ретриком, что там кто-то сдох, что я Игги спелил и кидал фридом, и он просто не может один баф снять. А тьму... Кощука подиспелит? Или чтобы ретрик подиспелил лучше? Олег, как думаешь? Я могу магом подиспелить, магом могу подиспелить. А, ну... Чё? Так Сангвини... Сангвини спросил, да, сможет подиспелить или нет, он же нормально играет. И... Сангвини подиспелишь во тьме? Я могу подиспелить, мне все равно. О, Сангвини подиспелит. Да, вы хилите. Альфредос, ты подиспелишь третью фазу света. Да, да, сейчас, да, я это, что-то сделаю. Секунду. Короче, 2 минуты. Ладно, не надо, я диспелю туда. Седер. Все, начинаем. Тьму танчит Рукус. Джерин. Лут надо сменить. Поменяешь. Прибежали. Почему он сам себя не диспелил? Он что, тупой, что ли? Не успел, кто-то диспелил раньше. Какие смазы. Дима, дальше отбегай. Это понятно, с первой фазы. Где здесь пыль? Ну в кота давай прыгай, не успеешь так. А не успеешь.
вы уже приедете. Гуэс, подожди, не заходи. Входите в лужу справа, заходи там. Рейд зашли. Жрец, заходи тоже в тьму. Скажите, кстати. Заходим по тьме. Ближе к морде сейчас мне Харри Фредес, ты где? Быстрее. Гений. Бля, долбая, знаю. Как выйдем, адромалик поднимешь его. Ты, Дима, сейчас хилимся. Андрекс метка. Цинкор. 52. Пинг. Уходим свет. Нормалик поднимает. Блядь! На Эльмрост с этим. Что такое? Чё Рахерим в это в свету? Ну так и надо. Ты же сам сказал ему на Вара зайти. Так, поворачивай на рейд. Вот переметка. Во тьме дали рост. Свет бьем дальше. Перебежали свет. Карчик синий, гаро. Мать, ма, стоп. Норм. Переморозь. Да, падаем, 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 падаем. Саммит Форнайт. Блин, смотрю на тебя, чтобы диспелить. Появляется лужа из тьмы. Почему ты не меняешь направление свое? Тупо забегаешь в эту лужу, потом понимаешь уже чуть немного и начинаешь выбегать из нее. Меня не захилили после лужи. Я 17к так и побежал. Не было вот по так мне. Зачем ты в лужу из тьмы забежал? Я тоже так выносил. Она... лужу на лужу, меня не захилили и сказали, ой, ты урод, ну. Ну, значит, я нуб. Нуб, нуб, конечно, нуб. Разучился играть. ШВ не прожал. Я никогда его не прожимаю, бесполезный скилл. Бесполезный скилл, топ-скилл. Гоку ВП. Пошли. 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 Любым, кем умею. Ой, давай на 50к забьем. Давай на 50к. То есть мне 4к сначала верни, а потом забивайся на 46. Вергилия, почему ты не встал, когда тебя бернули? Потому что, короче, я нажал escape и пизда.
Так, что там по ГП? Следующего трая, да? Кранчик, на третьей фазе СС Джириону кидай. Пимп. Оставь, если что, на следующем трае будешь. О, я понял. Я умираю у стены с такими напулерами, но надо бегать, походу, вот на стены. Смотри на пол, если что. Я понял, я просто не увидел на пол. Видит, ну, персонаж. Да нет, ты подальше отбегай, потому что у меня да, бывает на коле. Ты на них не сильно надейся. Огурец. Адрикс. Олег тут? Виталик. Тут он там уже бегал. Виталик. Уже не бегаю. Все, начинаем. Ката нету? Есть. Просто все вары решили трэш побить. Все 4 вара по 150 ката, 190. Сэндер метка. Как выходит Сэндер? Залагал, залагал. Несу, 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 несу. Там заходи во тьму. Рейцы шли. Федор, заходи тоже, подхильте. Лаганул за 3 года. Стойте пока тут. Не, уже не заходит какой-нибудь следующий. Заходить? Нет. Смотри. Остерегайтесь теней. Я есть свет, и я есть. Где это? Макнал. Блять. Забери, что забери. Да я тут забрал, а он умер. Ты зашел? Да. Нет. МК. Блять.
Коров, подними Джериана. Беги, малышка, беги! Дали розы. Архири Магров, смотри. Перебежали. Джерри, регинь пока ману, пока есть время. Обрамали. Во тьме дали рост, свет бьем трэш. Там магия, Гро, аккуратно, сейчас сорвете. Трест, Альфредес. Альфредес, да, Гро. Жрец он метко. Салют, это. Перебежали. Свет, стоп, свет, не бьем босса. Свет, не бьем босса, ждем трэш. Архирин. Мелкий, мелкий. Босса, 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 босса. Сам станешь бардами? Ну, так давай. На дромале есть БР. Лейте ман. Примора. У нас нету БР. Перебежали. Ой, выйди в свет. Не выходим, мы все падаем. А почему вайп? Кто умер? Я не знаю, не успеваем трэш убивать. Он вырос, правда. Ну кот там слабый, надо было мне котом идти. Ваня, варенька, что ты там прожимал? В смысле? А, этих? А там отхилился пришлось, а то умер бы. А линканите со света дамаг. Ваня, не, лучше не делать так больше, нет. Мы бы так быстрее уже умерли бы и начали по новой чине. А чё у нас разные? Да. А, блядь. Вот, вот. Ну я не знаю, я, конечно, не эксперт. Но когда кот передамаживает в босса Фурика, это плохо. Ну да. Такой есть такой. Не умирает маленький или большой? Маленький. Ну, то он потому что был на БДК, Ваня Варенька прожал захват, мелкий трэш висел на БДК, получил много стаков. У него было там в 3-4 раза больше хп, чем обычно, и мы не успели его убить. И пока перебегали, он убил танка. Саня, только ты учти, что ты заходишь во тьму, а я нет. Так мне пофиг, куда вы заходите. У тебя 200 в Халеона, у него 2500. А, это я лошара. Прям 600 у него, да. Ну все равно хуёво, я с тебя забираю, а не с него агро. Сколько бы Рохирима не было, будет это может больше. Первая, вторая фаза. Смотрим внимательно. Уходит, что Войт играет лучше. Я понял. Ладно. Возможно, даже лучше Джериона. Конечно, лучше его всегда передамаживать. Он только сначала.
Ну да, скрипты прям скачут. Все готовы начинать танк. Перебежим. Жрец. Притяни еще одного живого огня, Ваня. Ну, нет. Ну не тебя, не важно. Спасибо. Наговорится. Мы видели, заходи там. Произошло. Заходим хоть мы быстро. Ближе к морде сейчас подставит Кредис. Плани не было. Он достает далеко, я бежал к нему. А пошел ты. Стой. Сколько там? 50. Я покажусь. Карточек нет, мы выходим в свет. Даем свет в рост. Короче, нет. Перебежали. Смартфон. Батьмин даже рост. Перебежали. Свет стоп, свет не бьем, просто ждем крышек. Идеально. Блять. Там бегал от краша. Что ты хочешь? Дима, ты... Ну, что сделать? За мной бегут 6 мобов. Что сделать? Ты не в ту сторону бежишь, Дима. Зачем ты уходишь? Кто тебя там будет напуливать? Это пиздец просто. 10 секунд надо. Перебежали.
Ромбуль. Поднимай, да? Да-да, поднимай. Ой, выходи, свет. Никого. Падаем. Дима, ты понимаешь, если мелкие будут, когда бегать, ну, бежать, чтобы добежали до тебя, если они будут пробегать через рейд, они до тебя не добегут. Если ты будешь бежать под морду, и они мимо напула, мимо рейда будут пробегать, конечно, ну, как бы... Понимаешь, что они начали бить меня, когда я только кинул шок в танка, и все, я побежал, я там забежал за морду, я не спорю. Но, блин, они бьют, когда я бегу, там 6 мобов ебашат, что я сделаю? Надо двигаться. Ты понимаешь, что мобы не пройдут рейд? Какие шаги, блядь, Славик, ты где? Давай Рахирима и Славика местами поменяем, чтобы он ему видео записал. Заебал меня уже. Просто перебегаешь, забегаешь, вот 2 метра за рейд становишься, чтобы был Халион, рейд и ты за рейдом. И все мобы будут бежать через рейд, на тебя будут бежать через рейд. Но они через рейд не пробегут. Их не пропустят. Там милики, там Рахирим свои топоры уже наточил. Мобы только бежать будут, он уже будет в них вливаться. Они не пройдут через рейд. Но если ты побежишь под морду, конечно, мобы под мордой мимо рейда пробегут прямо мимо, ну, на тебя. Ребята, дайте кто-то смарт-киллу пару голд, 200 голд на ботинку. 10 секунд стоит. Чё, голова болит от вас. А кто из Варика третьего говорит, я наточил топор? Ванюк, 200 голд, зайду на друда. Просто у нас так сложилось, что у нас АДК, Рок, Хант, они чуть ниже среднего или среднего скилла, поэтому проблема небольшая, поэтому потерпите, надейтесь на удачу и через пару драйв убьем. Чё-то я боже, не хотите со звёзды. Ах, блин, а чё сейчас вот не первый по дамагу, кстати, уже отец урез. Не, не первый. Вот, смотри. Странно. Уходит, отец Аурис. Это лужу выносил, лужа была. Так отец Аурис тоже лужу выносил. Он одну выносил, я две выносил. Джерем, а какой у тебя спек второй? Чё? Спек второй какой? Ладно. ДПСер не зависит от клуба. А, вот выходил в натуре, а я забыл. Что ты хочешь? Корон готов? Все, зашли за линию. Я подхожу, нет, давай так. Ну, просто надеюсь, что Дима он нормально сейчас будет становиться, не будет умирать. Начинай там. На хп крикнуть. И рок это. Класс нормально вроде. Джерин умирает. Ну он по своей вине умирает, иксайт метка. Тут ни при чем эти ханты и роги. Я сейчас стану. Бля, ну пиздец, сейчас увидишь, как трэш будет бежать. Thank you.
на Google смотрим. Ты же ни разу не ударили. И заходи танк, возьмем. Придешь. Прошлый рейд тоже два танка был. Мы уже пару месяцев два танка идем. Ага. Ты не заходил давно. Хнули хоть от тебя не надо. Заходи, заходи. Заходи, заходи. Лежит мертвый сейчас. Далечка. А мы точно так должны стоять? Что-то я забыл. Да. 54% либо раз. Я попробую свет. Стрель нет, мы выходим в свет. Выходим в свет. Далее святой рост. Жирен нет. Поворачиваем на рейд и смещаемся. Не выглядим так, уже в рейд. Во тьме дали рост. Смарт-кил, ты напулишь вообще? Почему мы тебя постоянно бьет? На свет не бьем, падаем. Откуда? А чё? Как махнул он? Чистать надоело уже. Да, да, пора. Как махнул он? В лезвие. Стрим тоже в лезвие. Кто там на прошлом трое тоже умирал, и желательно тоже накидывать ГП. То будет нечестно. Давай, короче, накидывай. Экстриму и махнул. Ко всету, кто падал. Чё ты сказал про вайп? Может, 70% во тьме было и экстрим мёртв. Почему не захилил там? Все были. Мы бы просто потратили сейчас БР, вы бы умерли все во тьме. И мы бы остались еще без БР. Ладно. Но если бы мы убили бы, это было бы эпическое убийство. Чё, я сейчас стоял, короче, сзади, 4 моба меня ебашит, пока Виталик не кидает мостал. Классно наполнили в эти ханты, вообще. Хорош. Шо? У меня просто нет слов, пока Виталик не кидает мостал, меня ебашит 4 моба. А как так, я не знаю, вообще проблема с мобами? Живой огонь тебя ударил, Джерио. На 7 тысяч. 7 тысяч, понимаешь? Ебашит его, главное. Сука, по 7 мобов его пиздует одновременно. Как ты сказал? Я ебал, я сейчас приду. А где ты вышел? Его вообще нету по полученному урону, там экстрим только 4-7. Ну, последний. Васап, давай я свет поснимаю, мне уже скучно, блядь. Неинтересно, что у вас светом, блядь. Давай, Рахрим, во тьму и будет свет. На прошлом трайке умирал. Я сдох. Какой трай? Четвертый уже? Да, три трая было.
Три трая только пока. Огурец, напиши руку, запусти, кидает. Давайте побеждайте. Три трая было. А ты калужу кидает? На каждый трэш, да? Кто в дудку летит, блядь? Вями, ты тут? Болезнь только не раскидывает. Просто если кидать лужу до того, как трэш дойдет до хулипала, то трэш сменит таргет, например, на тебя. Хулипала не убьет, например. Кидай до метеорита, короче, попробуй, посмотрим, что. Какие тебе? Виталик, что не хватает? Сейчас я рыбу поем. Не, на самом деле, коровку включай, пожалуйста, на пул чуть раньше ты его включаешь, когда уже мобы перешли в кучку. Это чуть неправильно. И давайте мы хантов распределим, типа один будет возле морды лупашить, а второй возле хвоста, короче, типа две... Ну, смарт-кил, походу, вообще не напуливает, потому что не, трэш прибегает и... Не, есть когда он включает его даже раньше, чем Леголас. Я не знаю, правда, профитно ли он его включает. Я не могу за ним следить, он пускает после напула автоатаку в босса или нет. Он понимает, что надо его лофать или, ну, хуй знает. Дайте, ну, я накидываю на пул, град стрел, и потом дальше босса пинаю, или как? Большой. Ну да, и ну, небольшие. Не, просто мобы прибегают, и они бьют почему-то тебя. Хз, я попробую сейчас этим махнуть. Там что, никто не пало. Короче, коровка вся надежда на тебя, не знаю. Тащи. Ну, давайте, короче, начинай там. Экстрим поднимаем. Здесь. Хорош. Пиздец. Адромалик поднимал. Перебежали. Петя Халена нормально, потому что минус 2 туда сейчас знал. А, ну это... Кто это дал с вами? Это что, сами дали на танк? Да, на Альфредоса. А умер я почему-то. Не-не, это... Ну я в инвиз ушел. Ну короче, я не понял, сейчас у всех сагрок эта проблема сейчас. Ну там была сальва именно, конкретно сальва в копии этому Альфредусу. Хорошо. Жрецу. Конвини, кидай на меня сальву сейчас, на звезду, хочу узнать правду. А при чем сальва на Альфредуса, агро танку? В копии ее дали. Седер, кидай на меня сальву. Сейчас, секунду. Альфредос, выноси мне. Олег, а при чем здесь ты вообще? Дин. Не, я хочу узнать, кто сальву кинул. А. Седер кинул сальву. Там, заходи. Это Джерри, он кидал сальву на Альфредоса, походу. Да, заходите. Лучше меня кинул, Дима. Это не разговаривай. Да не, я Олегу просто сальва перед входом кинул, чтобы он там говорил на минуточку. Да, ладно, видишь, это не сальва была. Три паладина кинула сальва. Да нет, у него... Блядь, вы... Вомон, вообще смотрите? Не-не-не. Я начал смотреть пистолет двоих. Там просто руку с вовремя забрал с Альфредоса. Да я вниз просто ушел. Заходи, Витя. Потом поговорим. Где-то да, не прав. Ну и закидай, как я теперь не могу кидать себе сальву на перебежке, это пиздец. Я не бросаю сальву на перебежке. Жрец, у меня как бежит можно. Я просто что-то капнулся.
Давай ты меньше позарься. Коров поднимешь его, у нас БРФ нет. Сколько там? Сколько там? 50. Дайте кто-то из паладинов каску во тьме. Выходим сейчас, выходим лезвием уже. Поднимай его быстрее. Корову. Да я выйти не могу. Даем рассыпку. Лучше. Да я не могу. Ну прожми ты АМС, перебежали. Виами, зеленку прожми. Приморозить. На пульте. Во тьме даже русский. Ну, падаем, да? А теперь смотрим на труп Джериона. Братья, у вас реально какие-то проблемы? Вы, по-моему, не... У нас нету проблем. Это проблемы конкретно у Джериона. Я не знаю, или он на тролле сейчас, или... Нет, смотри, пацан. Мы падаем или нет? Да, падаем, падаем. Смотри, просто мобы бегут через лейк. Ни вихря, ой, блядь, ни... Ну как он называется? Ни вихрь, пинков я не вижу. Блядь, да как так? Да это бред. Ой, они да. Реально через рейд пробежали сейчас. А как Джерри, он стоял в рейде. Джерри, он стоял четко в рейде. Вот. Ближе всех. Почти. Сука, сейчас я... Когда мы видим, что на протопале метка, и он бежит к стене. И Джерри, он стоит вот именно, такой, ты встречает лобом мобов. Стою я, короче, у стены, у протопала метка, я отбегаю от него, попадаю в рейд, там нет напула, я даю шок и умираю. Вот и все. Там нет напула, там ни града стрел нету, там веера нету, там ни хрена нет. Джерин, как сейчас было? Ты даже не ставят ебучие ловушки, которые напуливают трэш. Где ловушки? Так они не успеют сработать. Ты умер быстрее. Мы бы только прибежали, все, и ты умер. Дискон? Нет. Не, ну там... Ну, в этот раз... Ну там не было никакого ассиста. Я даже приморозить попросил, там приморозки не было просто. Вообще просто, ну, ноль. Я стандал. Не, я не знаю, Джерин не Джерин. А, ну так просто сказал нормально, приморозил. Дима, как ты не можешь понять, что они не успеют этого дать, потому что ты уже умрешь? Почему ты не можешь за рейд забежать? За рейд просто. Я забежал за рейд, Виталика была метка. Я забежал обратно, чтобы меня не откинуло. Но до того момента, как я забегал и трэш уже бежал, ничего не было. Дима, после Виталика метка была на мне. Я ее специально сдиспелил, всех откинул. В смысле, Виталика кидается метка, он просит... Дима, я твой труп смотрел, я не бил. Вот ты умер, я подошел и смотрел на твой труп. Мы теряем время. Он да, стоял под боссом. Зайдет и начнем. Стоял под боссом, ты что, на приколе? О, еще одна фраза, ты что, на приколе, вот. Дима, пожалуйста, ты можешь понять, рейд, забегаешь за рейд. За рейд, вот чтоб ты, блядь, за всем рейдом стоял. Да, забегал за рейд, на Виталика кидается метка. Он просит приморозить трэш, я отбегаю немножко поближе и умираю от шока, все. Зачем ты подбегаешь ближе? Потому что, чтобы меня не откинула метка, когда его диспелят. Да не откинет, блядь, тебя, Дима. Ну подожди ты, побеги немного назад. Увидишь, все, трэш прибежал. Возвращайся, пока протопал будет бежать к стене. У меня есть где-то, вижу. Короче, чего вы на Джерина еще звоните? Я вам помню, я не получал ни одного урона. Холи палом в рейдер. Бегал как надо, а на меня гнали, что МТ падает. Донес. Успел его захилить. Так, что там? Жрец, Олег, начисли жрец. Гетошняк. Я не знаю, огурцу и Риму тоже, наверное, положено. Дайте еду. Но там, конечно, не знаю, что бы ДК Агро не смог набрать. А чем для первого? Варио, можно? Нравится мне начислять ГП. Вы заходите в инст, перечите, пожалуйста, на ХП.
у вас там 40 секунд, оно откатится. Мы сейчас 2 минуты простояли, а крика так и нету, блядь. В бою вы так себе кричите просто. Уже спекнем бойдов про товары. Да, Виталик, вот это? Не, Холик. Давай, я тебя даже... Ну, так тебя давай Холик дадим у Ретриком. Да подожди. Вон, пускай, если хотите, пускай вот про товаром вторым танком. Все равно мы 2 хила хилим. И мы и так убьем ДПС. То есть посейвить Джерина, да? У меня там как раз есть товар. 30%. Давайте еще раз. Я очень надеюсь, что Дима понял, что я ему пытаюсь донести. Ты на него убил, повесишь просто. Ну, я просто не знаю, как еще объяснить это. Я уже говорил, что врача умереет. Там мелкие, смотрите, растут, не? Нет, я отвер. Адремалит мне. Небеса в огне. Бежал. Выживай. Беги, малышка, беги! Так, заходи. А, не, стой, не заходи, не заходи. Жди, когда лезы в лужи сидят, все, заходи. Рейд со звездой заходите. Посмотрите, где звезда, и потом заходите со звездой. Заходи. Заходим, ближе к Мордину. Орлан будет. И как, и шо это вообще? Дебах. Это просто Холён заебался на это говно смотреть. Ты это Джерин просто близко стоял. Надо было дальше стоять. Вы зря на Джерина думаете, там ни рога, ни ханты, ни АДК не выкладывается по полной, чтобы трэш на них висел, а не на Джерина. Слышь, может просто Джерина кто-то ненавидит и на него напуливает. Да может просто Джерин не прикол, а под приколом. Не знаю, вот АДК вот этот, он кидает лужи только тогда, когда только трэш весь пришел, вот собрался уже на этом протопале, только тогда он кидает. Я вот, например, когда шел АДК, я кидал до того, как трэш прибежит. Трэш на меня был. Ну и на... Виталий, умри, пожалуйста. Умер. Не укладывается по полной? Может, вообще не выкладывается? Да. Может, это... Саша проснулся уже. Может, объясню тоже Орлангуру, наверное, я... Роги. Я просто не знаю, что там святого у вас. Что вы там делаете? Просто как бы, ну, Рога, когда напуливает. А вы замечаете только смерть Джерину, а за смертью Джерину что-то стоит же еще. Не, ну, понятное дело. Я тебе скажу, это целиком и полностью его вина, то, что он умирал эти разы. Это его вина. Так, ну, блядь, сколько я хипалом хилю, я знаю, что я говорю. А это как будто я первый раз пришел и хил. Когда ты бабл отдавал? Ну, я как смотрю на тебя, у меня складывается такое впечатление, что ты здесь первый раз.
Орлангур тоже объясню тебе немного. Ты когда напуливаешь... А на какой фазе боб давать? Подождите, Орлангур, ты когда напуливаешь, ты даешь на пол и, ну, выбегаешь немного вперед под пузо к Халиону и встречаешь магов немного раньше. То есть не ждешь, пока они прибегут. Но я, по крайней мере, так напуливаю за рогу. Сейчас бы шипе Тхорна, он бы нормально побил трэш. Ага. Че, может, по товару там нормально? Это... Граплин тебя. Я просто... Не знаю. А, ну сейчас же вайп не из-за этого был. Все, давайте, соберитесь, выпиваем, а то уже жопа болит от стула. Поставь свой. Хочется. Вы можете просто войда спекнуть танка, все равно похила идем во тьме. Это не потеря ДД. Я могу на мачу. А че он так страдает? Я что-то не догоняю. Потому что ты под колеса. Пинг, чипс, сука. Руку со себя руник еще не откатился, да? МК, бот, весом. 15 секунд. Батальгей СМК, дай. Ты знаешь, что вы оба скии? Да. Все, все готовы. А откуда он? МК, батальгей СМК. Батальгей, ты тут? Ты подтвердил, но стоишь на месте. Все, начинаю выпуск. Поворачиваем рейд. Застанем, постом там мелкий, аккуратно. Джерри мелкий. Ну да. Да я ничего не буду говорить, не похоже. Баня, мелкий, я тебе на кульчике отведем. Альфредо смог. Перебежали. Седр мне. Он долбоёб. Полагай, пиздец. Экстрим, подними его. Рукус, подожди, как начнёт пропадать лезвие, зайдёшь. Всё, иду, Рукус, заходи. Рейс со звездой заходим. После звезды. Заходите. Он как трэш выходит, лаги, пиздец. Пейте с меньшим хп. Заходите, Алла. Заходим. Охуенно зашли. Сука, блядь. Ну вот это... Ты просто под крик зашел или под дыхание? Я зашел, и меня сразу же убило. Я не включен. Поднимешь его 52%. Я есть свет, и я есть тьма. Бьем по кабусу.
метко выходим в свет. Адремалик поднимает Федеса. Мкаба Тельдес. Даем Россвета. Другой раз метка. Перебежали. Во тьме дали рост. Ха, блядь. Кару, подними его, тьма прожарилась. Скажешь, когда зайти ему. А, все, заходи, заходи во тьме. Перебежали. Бьет босса не стопаем. И уже в рейд. Виами метка. Прожми зеленку, Виами. Зеленку его. У нас нету ПР. Рахирим, выходи в свет. Перебежали. Бетельгейз миг. Сам себя не споришь. Залейте маны Альфредосу, если есть возможность, пожалуйста. Магия Ару Альфредос для нас тоже. Свет не бьем, босса. Все бьем. Все бьем. Перебежали. Ну пробуем, может, побьем. Лужа в рейд, лужа в рейд. Сколько еще таких героев? Бьем крэш. Падаем. Теперь я попрошу сейчас посмотреть, когда меня пиздит мелкий, и сколько я бегаю у стены, если кто-то что-то там не замечает. Дима, нахуя ты добегаешь, блядь, с человеком, с которого диспеля? Тебя откидывают под хвост? Мобы бегут хрен знает куда к тебе, и ты что-то еще сейчас хочешь сказать, я не понимаю. Да, я бежу с человеком, который меня не стоит. Меня там откинуло, потому что я сдвинулся немного вправо, и все. И что ты сейчас хочешь сказать? Кто в этом виноват, скажи мне? Линканите дамаг по живому огню, по маленькому. Блять, у меня уже горит, я не знаю с тебя, Дима. Со света, линканите, пожалуйста. Давайте, так, кто там еще падал, персоните, и давайте, ну, давай пускай Войт потанчит рентанком, спокойно убьем. Экстрим, у тебя же есть Иксайд, Виталик, у тебя же есть хэпал, да, здесь? Угу. Джерри, у тебя ретрик есть? Ну. Спекайся в ретрика, Экстрим в хэлипала, Войт в протовара. Я уже не могу, блядь, я не выдерживаю там. Я предавал в два танка. Ну ладно. Так, объявление. Арнолгур, Смарткил, Леголас, переписывайте сейчас макросы на Войд Шторма. А то сейчас напулите на нашего хулипала. Вы даже не понимаете, какую я сейчас несу на себе ношу, блять. Если я сейчас умру, то тут пизда, там Джерри нахуй разорвет он всем просто мониторы, блять. Он вылезет оттуда и скажет, я же говорил, блядь. Я экстрима начислил, только кто там еще умирал. Я еще когда свет вышел от мелких планов. Ладно, давай я всему свету накину. Так будет честнее, наверное, да?
что-то поднимается, там не приедет ходить. Я делал драмалик, умер. Не, там просто какое-то, ну, говно. Мелкий вообще очень долго живет. Просто хуйня какая-то. Иссушение бейте, столб кастуйте, маги, вот это, блядь, заебись. Пимп. Пимп, падение метеорита с ДБМ пишет. Наверное, ему тоже накину. Так, Рахирим. Рахирим. А это... В смысле? У меня протовар не одетый. А, окей. Вести его кида. А кто еще умирал? Рахирим? Ну, Альфредос, ну... Блядь, ну ладно, ну... я там видел, он зашел просто по дыханию. Ну просто нужно понимать, что мы же сместились. Мы из-за того, что в танка падал метеор, мы стояли в том месте, где во тьме их морда. И он зашел просто под морду. А, надо ходить. Ну, блин, ну это должен каждый сам понимать. Я не могу вот эти все моменты объяснить каждому во время как боя. Не было хила, пишет. Как Архирим умер? Посмотри. Он от мелкого трэша умер. Может, его не захилили? Ну, потому что у нас уже... Он жил очень долго. Ладно. У нас не было ни кота, не было ни Войда. У нас не мог бы было мелкий тут бить. Тогда Войда накинем. О, вы про товары сейчас не страшно. Вставайте как-то резче. Олег, потом накинешь. Ну я допиваю ману. Быстрее не будет. Я готов. Кощуга Ластрай, давайте убиваем. Блин, что-то Кощуга начал в лезвие забегать последние трое. Коров. По БРМ скажите, сколько у вас КД? Готов. Адромалик без 33 минуты. Думаю. Вейми, давай еще край, там будем смотреть уже. Что вам в отмене Снабини, Вейми? Все, начинай, Рукус. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Вейми нету. Прожимай зеленый. Да не беги, ты получишь. Сколько еще таких героев? Экстрим отходишь, что у тебя уже будет? Есть. Снимай его, есть. Ну, поднимешь, как отходишься. Немножко перебежи на ту сторону. Перебежали. Где ты? Так Беляшош к стенке сбежал. Альфредос. Интересно, одним из уже персов удалит, если что. Ждать не заходить? Подожди, не заходи пока. Все, заходи. Да, ты заходи. Ну, когда выходит, да, я даю. Не кидай на него пью. Шо, не, попал. Заходим во тьму. С меня вроде так срывают. На кота. Ближе к морде сейчас нет. МК. Да, когда вы смотрите.
отрывали. Сколько там? 51. Бьем пока босса, не выходим. Короб метка, выходим сверху. Да, я врос сюда. Где? В яме, в яме. В яме, в свет. Не-не-не, перебежали. Будет метка. Батьме дали рост, теперь пьем только трэш. Это добейте большого. Беги, малышка, беги! Будет. Перебежали с ним. Забери, забери, забери. Накладываем. Чего вы так угораете-то? Да ну там... Теперь пол-литра. Там просто двадор. По-моему, ты сайт просто не убегаешь от трэша. А чё, он умер? Ты видел, что я прям в рейде стою, короче, и... Ну, прям в рейде. У вас есть какие-то замены? Иксай, тебя хуярил сейчас трэш? К сожалению, нет. Но все еще впереди, блядь. Вы там не расслабляйтесь. Нам нужен аэродру. Так, а что Гаустан? Подожди, у коров уже есть аэродру, да? Когда нам собрал. За Ливен могу зайти на аэродру. Мочу у Лена, заходи. А не, не могу, у меня там КД прошлое. 5 минутку курну, а то засну сейчас. У нас VIP уходит и экстрим. Еще уходит кто-то? Ну, у меня пол шестого... У кого есть аккаунт DJ Batty? DJ Batty есть такой аккаунт.